Лискиаут. Ну, был подкат. Было нарушение. Брадарич. Передача опасная на Смолова. Смолов выходит один на один и отправляет мяч в угол ворот. 0-1. Сельта впереди. Шокирующий старт, старт нашего поединка. Забивает новичок Сельты. Избежал положения вне игры девятый номер гостей. Вышел на свидание с Куртуа. Ну и без всяких проблем. Очень уверенно, хладнокровно отправил мяч в угол ворот бельгийского голкипера. Первый удар в матче. И этот же первый удар становится результатом.